Чё, Коль, качнём метку? Качнём. Первых пчёл Антон Слипченко завёл после армии. И вот уже более 20 лет держит у себя пасеку. Есть инь, есть янь. Вот если работа это инь, то здесь янь. Есть вещи, которые должны предназначены для того, чтобы успокаивать, для того, чтобы отдыхать душой, для того, чтобы как-то гордиться, наверное, может быть, этим хобби. Как угодно это можно назвать. Пчёлы – это пчёлы. Это кто-то собак держит, кто-то рыбок. Антон качает мед без специальной одежды и защитной маски. Но начинающим пчеловодам делать этого не советуют. И рекомендуют придерживаться определенных правил, так как жужжащий рой требует к себе корректного отношения. Во-первых, чтобы в них спокойно залазить, к ним в корпус, нужно быть спокойным, как танк. Потому что в противном случае любое раздражение, они тут же приходят в агрессию и могут просто пожалить. Поэтому человек неуравновешенный туда спокойно не залезет. Не нужно резких запахов каких-то иметь. То есть перегар, одеколон, что еще, сигарета. То есть все для них является раздражителем. Тем, кто планирует завести пасеку, Антон советует почитать умные книжки. И на первых порах найти опытного специалиста, который даст именно практические рекомендации. Пчел надо воспринимать как цельный некий организм, который подчинен строгим правилам, строгим законам. Если сказать, что пчелы знают своего хозяина, это полная ерунда. То есть не знают. Они хозяина вообще не воспринимают. Они людей, я считаю, что не воспринимают нас как инопланетян из другого измерения. Они нас просто не видят. Они нас замечают только тогда, когда мы вносим какое-то изменение в их жизнь, когда мы источник раздражения для них. Сейчас собранный мед расходится по знакомым и друзьям просто в подарок. Но успешный юрист не исключает, что при выходе на пенсию любимое хобби может стать профессиональной деятельностью. Инна Львошина, Наталья Кудряшова, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.